Мне кажется, что началась революция. У нас есть подозреваемый? Кто этот Эзекиль? Откуда он взялся? Каждый день его именем совершаются убийства. Кто-то считает его героем, кто-то исчадием ада. И только один человек знает, как его найти. Я думаю, что он считает столицу головой монстра. Он думает, что если яблони приносят гнилые плоды, то необходимо срубить дерево. Кто это тебе дал? У нас будут неприятности. Хавьер Бардем. Танцующая наверху. На канале Кинохит.